Здравствуйте, друзья! Тема сегодняшнего выпуска – искра. Думали ли вы когда-нибудь, откуда она вообще берется? Почему она светится? Так вот, сегодня мы именно этим вопросом и будем заниматься. Но не спешите выключать видео. В конце видоса будет интересный вопрос. Возможно, вы сможете ответить на него. Тогда это будет вообще бомба. Ну что, поехали! Друзья, уверен, что вы все когда-нибудь видели, как выглядит искра. Для тех, кто не видел, смотрим. Вот, пожалуйста. This is the beautiful plasma discharge with lots of little fingers of smaller arcs. And if that's 15 centimeters, and the air is dry, and in fact today the air is pretty dry. Начнем с определения. Что же такое искра? Искра собой представляет электрический ток. Ничего особенного. То же самое, что у нас в проводе есть, в розетке. Только этот электрический ток летит в воздухе, то есть он проходит через воздух. Вот это и есть искра. Но в проводе это все понятно. Провод у нас металлический, в металле куча свободных электронов. Поэтому электрический ток там проходит беспрепятственно. Но в воздухе-то, ребята, у нас же нет электрических зарядов. Воздух нейтрален. Если бы он проводил электрический ток, ну мы навряд ли бы стояли здесь, потому что меня бы с розетки уже давно шибануло бы. Так что же происходит там? Почему же все-таки электрический ток пролетает в воздухе из точки А в точку Б? Смотрим. Вот наша диаграммка. У нас есть два провода. Провод А и провод Б. Провод Б у нас подключен к электрической сети, то есть запитан, оттуда может притекать ток. Провод А у нас просто земля. То есть он уходит в землю. Там нет никакого электричества, ничего нет. Вот. Что теперь? Представьте себе, что мы начинаем накачивать в точку Б электрон. То есть просто берем, тупо как ребята берут и качают насосом матрас. Смотрим на этих ребят. Вот так. Их становится все больше, больше и больше. То есть они увеличиваются там. И мы качаем и качаем, качаем и качаем. При этом у нас увеличивается потенциал в точке B. Обозначим его буквой φ. Он растет. Что дальше? Если растет потенциал φ, то у нас также растет и электрическое поле между точками B и A. Что такое электрическое поле? Я понимаю, очень много определений, но простыми словами. Электрическое поле – это сила, с которой давят на электрический заряд. То есть, если кинуть в электрическое поле заряд какой-нибудь, электрон, допустим, или протон, то он улетит. То же самое в реку. Если самому прыгнуть туда, то вас, соответственно, понесет течение. Так вот, когда мы накачиваем электроны в точку B, то есть увеличиваем напряжение, качаем, 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 у нас растет потенциал, и при этом же растет электрическое поле. Электрическое поле у нас вот такой вот буквой Е обозначается. И оно тоже растет, идет вверх. И вот стрелки. Я стрелочками укажу электрическое поле. Так вот, оно растет до тех пор, пока оно достигает критического значения. И какое же это критическое значение? А критическое значение примерно 3 миллиона вольт на метр. Это просто цифра, она ничего не значит. Здесь она просто для справки, для сведения. Так вот, когда достигает вот этого значения электрическое поле, то есть представьте, просто ветер усиливается в интенсивности, растет, 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 растет. Что происходит потом? Дальше у нас, кроме всего прочего, еще и есть воздух между точками А и Б. Воздух у нас — это молекулы азота и кислорода, с которыми мы уже знакомы. Теперь давайте залезем туда, в микромир, в масштаб вот этих молекул азота и кислорода, и разберемся, что же происходит там. Так вот, друзья, перед собой мы видим атом азота, который состоит из ядра. В ядре у нас находятся протоны желтого цвета и нейтроны синего цвета. Вокруг ядра вращаются электроны, которые изображены красным цветом по своим заданным орбитам. Значит,
В целом атом всегда нейтрален, также молекула азота нейтральна, то есть у них нет заряда, нет ни плюса, ни минуса. Так вот, когда наше электрическое поле растет, зеленое, которое было указано на диаграмме, то есть мы подкачиваем электроны в точку B, качаем, то ветер становится настолько сильным, что вот эти электроны, которые находятся на внешней оболочке, они настолько далеко от ядра, что они уже начинают просто отрываться. Каким образом отрываться? Давайте посмотрим на следующее видео. Ну вот видите, друзья, ветер достиг таких масштабов и такой силы, что Дональду просто чердак сорвало. Но то же самое происходит у нас здесь, в молекулах кислорода и азота. То есть электрическое поле становится настолько большим, критическим, да, как мы уже определили, 3 миллиона вольт на метр, что электроны на внешней оболочке просто не могут больше удержаться там. И их просто начинает сдувать. Их просто срывает так же, как у Дональда сорвало парик. Ну или что там у него, я не знаю. И что теперь происходит? Происходит очень интересная вещь. Теперь наши нейтральные молекулы кислорода и азота превращаются в ионы. Потому что они потеряли по электрону, может быть, по несколько электронов. Произошла ионизация. Молекулы превратились в ионы. А ионы — это заряженные частицы. Так вот, ионы очень хорошо проводят электрический ток. Просто великолепно. И вот в этот момент, когда сорвало все электроны с молекул азота и кислорода, теперь все, что у нас собралось в точке B, может спокойно перелететь в точку А. Вот, друзья, азот и кислород превратились в ионы. И теперь вот эти все наши друзья, которые собрались здесь, электроны, они могут спокойно пролететь вот сюда, просто элементарно, что они, собственно говоря, и делают. И вот в этот момент именно и пролетает искра, вот так вот бьет. Вот это и есть искра, друзья. То есть для того, чтобы пролетела искра, нам необходимо ионизировать воздух. А для того, чтобы ионизировать воздух, нам необходимо увеличить электрическое поле до критического значения, вот до этой цифры, для того, чтобы у молекул воздуха, то есть азота и кислорода, просто посрывало электроны с бошек, чтобы они превратились в ионы и очень хорошо проводили электричество. И вот тогда, друзья, искра гарантирована. Друзья, внимание, вопрос. Искра-то пролетела, электрический ток тоже был. Но откуда взялся свет? Когда электричество течет в проводе, мы света не видим. Так почему, когда пролетает искра, мы видим свет? Вот этот вопросик на засыпочку. Отвечайте в комментариях. Спасибо.